Красота – понятие относительное. Стандарты ее меняются с удивительной скоростью. Давайте посмотрим, как выглядели покорительницы сердец в 20 веке. В 1910-х в моде образ бледной, томной и печальной девушки. Его воплощением стала Анна Павлова, балерина, исполнившая роль умирающего лебедя. В 20-х в моде андрогинный тип красоты, эпоха девушек-подростков. Невысокий рост, плоская грудь, линия талии сдвинулась чуть ли не на десяток сантиметров ниже пупка, поэтому узкие бедра стали необходимостью. В 30-х в моду входят роскошь и элегантность, естественная красота была совершенно непопулярна. Недопустимым считалось появление в обществе без макияжа. Эталон – Джин Харлоу, платиновая блондинка с безупречной укладкой. В 40-е из-за войны шик и роскошь становятся непопулярными. Красивая женщина – смелая, решительная и активная, с тонкой талией, узкими бедрами и небольшой грудью. Из гардероба совершенно исчезли шляпки, дамы практически не пользуются косметикой, ее негде взять. Поэтому в моде естественная красота. Только в 50-х годах в моду входит сексапильность. Идеальная девушка того времени должна была обладать красивым бюстом, узкой талией и покатыми плечами. Эталон, конечно же, Мэрилин Монро. В 60-е мода на женственность меняется на подростковый идеал красоты. Образ женщины-ребенка стал популярным благодаря изобретению мини-юбок, иконы стиля Бриджит Бардо и Твигги. 70-е – эпоха стиля хиппи и имиджа а-ля подружка рок-звезды. Это время спорной красоты, но неоспоримой индивидуальности. В моде здоровое, спортивное, сильное тело. В 80-е эталоном красоты стала высокая девушка с подтянутой фигурой, широкими плечами и длинными ногами. Наступила эра фитнеса. Этот образ воплотила актриса Ким Бейсингер, блондинка с голубыми глазами, аккуратным носиком и пухлыми чувственными губами. В 90-е годы в моде унисекс. Популярна болезненная худоба и неопрятная одежда, свитер на два размера больше, джинсы, порванные на коленях, секс-символы периода Кейт Мосс и Вайнона Райдер. В 2000-х супермодель Жизель Бундхен вновь ввела в моду женственную сексуальность и окончательно завершила эпоху героинового шика. Пришло время сильных и сексуальных, эра прорисованного пресса и искусственного загара. А сейчас в моду входит естественная красота. Но что принесет нам новый 2017 год, покажет время. Главное, не потерять за модой индивидуальность. Клиника пластической хирургии и косметологии доктора Исраэляна поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Сохраняйте, приумножайте и создавайте свою неповторимую красоту. Счастья вам в новом году! Клиника доктора Исраэляна. Сделайте шаг к совершенству.